Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, начнем с выполнения заданий. Так, серию испытаний я уже прошел. Дальше мы с тобой откроем колоду. Так, что нам тут выпадет? Мутаген, видеомагнитофон, пицца, сюрикены и хан. Допустим. Так, дальше нам нужно сразиться. Ну что, Ваньку, как всегда, ребята, Ваньку надо докачивать. И чего нам не хватает? Бинокли. Поехали искать. 7 штук нам нужно. Как всегда, фиг. А, нет, нашли. Так, это первый только лишь. Второй. Неужели? Третий. Четвертый. Оу. Пятый. Так, еще 2 осталось. Я сказал 5-й, 6-й и последний, 7-й. Вот он. Неплохо, кстати. Очень даже неплохо. И 12 вот этих вот кружек нам нужно собрать. 12. Олимп Динер. Так, 2. Мы, по-моему, уже с тобой... Да, мы выполнили задание, поэтому продолжим уже в следующий раз. Так, забираем награды. И поднять уровень персонажа. Так, у нас 24 тысячи мутагена, поэтому вполне хватит для прокачки Кейси Джонса. 50 уровень он получает. Давай тогда уже до 50 какого тут у нас получится. 53, 54, да? До 55 не хватило маленечко. Ну да ладно, ничего страшного. Забираем награды. Так, ну что, друзья мои. В бой, да? Турнирная арена. Так, испытания. Сегодня, наверное, 9 силу пройдем. Ради Шинигами и Кунаичи. Наверное, сделаем так. А уже остатки, скорее всего, будем, наверное, сливать на классическую бойню. Или же нам не проходить. Нет, надо все-таки. Надо проходить вот это вот событие. С закрытыми глазами. Как говорится, на изи мы его пробежим. Ладно, сейчас у нас главная, друзья мои, арена. Я нахожусь в Лиге Сёгунов 3 звезды. Так, подожди-ка, а в прошлой серии я дошел до Лиги Мастеров, по-моему. А чё так быстро скидывать-то стали вдруг? Я не врубился. Эй, ребятули, хорош, завязывайте уже. Так, ладно, давай с тобой возьмем вот, наверное, вот здесь вот. Так, ну уровень, ты сам видишь, уже такой предельный, поэтому без топовых персонажей мне уже здесь не обойтись. А раньше, конечно, я мог, да, где-то до полтинника, до 60 уровня. Свыше уже есть риски, поэтому Армагон, естественно, будет тут разруливать всю ситуацию. Это, как говорится, уже второстепенное у нас. Нам главное сейчас вернуться на прежнее место. Конечно, лучше бы немножко даже выше, хотя бы в Лигу Мастеров 2 звезды, ближе к 3, чтобы меньше нам надо было с тобой в следующих сериях проходить. Потому что сейчас пойдут события, испытания, и очень много фарма надо будет делать, ребят. Так, подожди-ка, 16-22, давай-давай, не придуряйся. Выкладывай по полной программе все. Вот, вот, совсем другой разговор. Ведь можешь, когда хочешь, а? Но он не хочет. Он мне вредит, вредитель несчастный. Ну что, ребят, я надеюсь, Армагон справится с 68 уровнем. Хотя, опять же, бывают осечки у нашего Армагошки. Мне что-то такое сейчас в голову мысль пришла. Вот и прикинь, его заселить в юрский мир, в игру, в которую мы играем, туда, к водоплавающим. Он, наверное, был бы там фаворитом. Всех бы... Ёк-макарёк, вот это, ребят, вот вам элементарный пример, где бывают осечки у Армагоши. И чем эти осечки нам в итоге выходят? Гиблю нашего персонажа. И, соответственно, получаем меньше кубков и... Ну, ты сам видишь, да? Очень медленно, ребята, продвигаемся. Эх, ну, Армагоши, поверь мне, это простительно. Один раз там, извини меня... Из 100 боев вот так вот сфейлиться, это... Простительно. А когда у нас, помнишь, Джастин? Практически каждый бой, когда я его брал, он фейлился. Вот это уже было непростительно. Кстати, здесь тоже может обделаться он, потому что здесь есть Донателло. И здесь есть Рокстеди. И именно, блин, Рокстеди, да? Твою дель... Ок, кому-то сейчас не повезет. А возможно, даже некоторым выжили. Чудо какое-то просто. Ну ты посмотри, что это за урон, ребят. Но бомбанит его есть. Нет, все-таки Армагон, ребята, с 68 уровнями, он уже как бы, ну, не справляется. Он может, конечно, бомбануть. Но есть же
такие ребята, которые против Армагона имеют иммунку или усиленную защиту, можно так сказать. Поэтому, наверное, все-таки придется кого-то с ним отправлять посерьезнее. То есть Армагошу брать и, например, Зека. Так, и так, блин, 72 уровень уже против нас. То есть они чувствуют, да, что мы с тобой приближаемся уже к финальчику. Двигаемся в топовое место, ребята, естественно. Они начинают тут уже 72 уровень. Максимально здесь, напомню, 78. Так что мы уже действительно играем на пределе. Да, здесь мы добили, потому что Зек все-таки бросил свою бомбочку и как-никак отнял немножко здоровья. И плюс замедление. Я не знаю, влияет ли это как-то на понижение защиты врагов, но Армагон все-таки справился. А с этой задачей он нормуль. Так, ребята, Лига Мастеров, одна звезда. То есть, естественно, нам нужно с тобой рвать когти. Причем очень сильно. Подожди-ка, Майки, не надо сюда лезть. Ванюша здесь будет, наверное, предостаточно. И к нему возьмем вот этих вот ребят. Полтиннички пока отыгрываются. Можно, в принципе, пойти в самый хвост, взять 45-х. Там у меня их немного, по-моему, 3 или 4 персонажа. Но не будем рисковать. Хорош, уже одного бойца сегодня потеряли. Что для меня неприемлемо, если честно. Давай, Вань, расстреливай. Ты посмотри, Рокстеди. Не могу понять, то у нас Донателло выживает, да, после удара, то теперь пошел Рокстеди. В прошлых сериях выживал почему-то Бибоп. Как, с чем это связано? Ума не приложу, ребят. Так, 79-я позиция была, становится 64-й. Медленно, медленно продвигаемся. Слушай, а возможно мы сегодня даже дойдем с тобой до Лиги Мастеров 3 звезды. Такой шанс может выпасть нам. Так, если я, например, слушай, смотри-ка. Ранг выше идет, да? А уровень персонажа ниже. Почему? Непонятно. Слушай, а Джастин-то у нас случайно по инициативке-то сейчас не обделается, а? Я понимаю, Армагон сейчас будет ходить первым. А Джастин-то, надеюсь, вторым пойдет? Тихо, тихо. Да ёк... Аху, нам повезло. Если бы он сейчас кого-то звезданул, да, например, того же самого Бибопа или Эйприл, я думаю, это был бы фиаско. Есть. Да, у Джастина инициатива, конечно, немножко слабее. Ну, понятное дело, ребят, там же все-таки был Микеланджело видение. У них, у всех у этих Микеланджело инициатива зашкаливает. Пора бы уже это запомнить. 50-я позиция, ровно половина, да, мы с тобой пробежали. Так, ну что, 17-23, ребята, это уже практически предел, потому что максималка идет 18-24, насколько я помню, или я ошибаюсь? Нет, я не ошибаюсь, это действительно предел. Ну, если Армагон идет с Леонардо, поэтому здесь не грех уже взять и вот этих. Раз, два, три, четыре, пять. Пять персонажей у меня, которые еще не перешли в 50-й ранг. В силу того, что у них нет, ребята, золотых звезд. То есть вот они на 45 встали, как... колышек, и все, я не могу двинуться с этого места. Естественно, прокачка поможет. Так, Армагон, что за фокус, я не понял, а? Лео, давай, круши. Разматывай их всех по полной программе. Замечательно. Так, это сейчас будет у нас, наверное, где-то 50-я позиция. Либо 41-я, либо 38-я. Ну, где-то вот в этих краях. 35-я даже, окей. Я согласен, кстати, у нас с тобой монеты 124 штуки, надо их потратить. А я все время забываю. Прикинь, я все время забываю их потратить. А ведь надо. У нас же все-таки ДНК копится. И ДНК там нужно очень-очень много. И плюс еще нужно очень много жетонов. С жетонами, кстати, все намного сложнее. Я не могу понять, почему вот не дают за то, что мы повышаемся с тобой по лиге, да, в рангах. Почему туда не включили жетоны, а только монеты? Как-то немножко несправедливо, я считаю. Ну давай, Армагуша, добивай их всех. Девичья сила, да, значит, сегодня будет у нас в прохождении. А уже через два дня, по-моему, откроется технодром. Ну, естественно, Крэнк. Куда же без него-то, да? Крэнга, ребята, нужно фармить. Потому что очень редко выпадают эти задания. И, как говорится, нужно приложить все силы и усилия, чтобы его заработать. Чтобы перевести его хотя бы уже
платиновый ранг и забыть о нем, как о страшном сне. Я имею в виду в плане того, что фармить. То есть, сам понимаешь, да, мы с тобой, когда проходим определенные вот эти вот задания, где, естественно, ради фарма идем. Если бы у меня, например, была бы кунаичи и шинигами прокачанный полностью, поверь мне, я бы уже не пошел бы на вот то событие девичья сила, которое мы проходим только ради вот этих вот девчонок. Потому что там уже нету смысла его проходить. И таким способом у нас скоро с тобой все задания вот эти вот левые отпадут, и больше будет времени для того, чтобы драться, экспериментировать, новые какие-то пачки, новые какие-то команды, ваши сборки тестить. Ну, как-то вот так вот. Ну что, 17.23, поехали. Берем, подожди-ка, откатываем. Так, 74 уровень, да, 74, 73, 70. В общем, для наших, извини меня, Бакстера Стокмана и Супер Шреддера это детский лепет. Под разбор пойдет все. От инициативы до урона. Ну, Супер Шреддер делает свой супер удар. И Армагон, естественно, добивает. Топовая, конечно, вот эта, ребята, пачка. Топовая. Из двух персонажей всего состоящая, но она дает просто 100%, ребята, вынос мозга нашим противникам. А я тебе говорил, что мы дойдем сегодня до Лиги Мастеров 2 звезды. Но мы хотели перейти в 3 звезды. Так что давай-ка попытаемся. А дадите мне 17.24, ведь было же. Ведь я же знаю, что было. Я сам лично видел и играл. А может быть, мне это приснилось, а? Не дают. 17.23 и хоть ты тут тресни. Да ладно. Не хотят. Ладно, хорошо, я возьму вот эту вот команду. И я возьму опять же Армагона и Супер Шреддера. У нас откаты так быстро с тобой тратятся. Копишь их, копишь, а они как вода, ребята, сквозь пальцы. Утекают моментально. Было вроде бы 30-ка, кажется. О, как много, ага. А уже 17 осталось. Ну правильно, 2 отката делать постоянно. Сам понимаешь. Так, упал только Пит. Ну-ка, Армагуша, ты дичь, нормуль. Другого я и не ожидал. Естественно, проходим, ребята, и двигаемся с вами дальше. И посмотрим, какое мы место сейчас займем. Так, 90-е было, становится 81-го. Всего лишь 9 ступенек пролетели. Что-то как-то слабо. 9 ступенек, это вообще ни о чем. Надо хотя бы за 10 ступенек проходить, чтобы, ну, какой-то ощутимый прогресс тут видно было. Так, остается... Ну да, вот эту еще тройку игроков отыграем с тобой. То есть еще по пару откатов. А там у нас топовые пойдут персонажи или полутоповые. То есть, ну, на них уже можно не тратиться. Потому что они уже сами за себя могут постоять. Сами. Так, вылупляем. И, как говорится, всех отправляем на покой, на вечный покой. И погнали дальше. Так, это получается 89-я позиция была. Сейчас, я думаю, где-то 72-я. О, 63-я. Нормуль. То есть уже близимся к полтинничкам. Так, 17. Да хорош, дайте мне 17.24. Ё-моё, вот, было, блин, было же. Так всегда, смотришь, нажимаешь кнопку обновить, а потом замечаешь, что у тебя как раз было то количество кубков, ради которого ты ролишь это все. Ну серьезно, что ли? Эй, хорош. Джучары. Не дают, друзья мои, не дают. Вот один раз дали и все. Нет, можно, конечно, тут до посинения ролить, но я думаю, что ты устанешь на это смотреть. Так, ну где тут у нас тройка игроков-то? Вот она, раз, два, три. После вонюшки, как мы с тобой и собирались, будем, наверное, прокачивать Донателло Космос. Хотя многие пишут, что лучше прокачивать какого-то другого персонажа. А я сижу и думаю, ну если какого-то другого персонажа, нафига мы тогда переводили Дони в платину? Вот объясни мне. Перевели, так будь добр, прокачивай. У нас тем более практически все платиновые персонажи прокачаны в топ. Практически все. Я не знаю, там... Может быть, кто-то, конечно, не успел в очереди, да, по прокачке, но львиная доля
прокачана полностью. Так, вот, 17.24. Блин, откаты просто на глазах тают. И долларов у нас не так уж и много. Всего лишь 656. Если брать по 250, это получается на 30 откатов, друзья мои. 300 откатов мы еще можем с тобой... 30, не 300, а 30. 30 откатов мы можем с тобой еще взять. А это, поверь мне, не очень мало. Это можно топовое место занять прямо сегодня. Но мы этого делать не будем, потому что, ну, смысл тратиться, потому что опять тебя все равно скинут. И тебе опять же уже своими силами, без твоих откатов и без баксов придется прорываться опять. Так что мы потерпим. Нам главное дойти до Лиги Мастеров 3 звезды, и все. Тут уже будет небольшой сброс, на самом-то деле. Ну, скинут нас на 10-20 ступенек, но это не критично. Опа, тихо. Так, тут майки. Ладно, мы с тобой сделаем вот так вот. Я надеюсь, этот Микеланджело сейчас не будет тут выпендриваться слишком сильно. По инициативе-то он, по-моему, нас переплюнет, верно? Нет, не переплюнул. Так, ему крышка. Хе-хей. Естественно, друзья мои. У Супершреддера, когда он накладывает по степенку, он знает, что он делает. То есть это тотальное истребление получается, да? Врагов. Так, ну что, а мы с тобой двигаемся дальше и смотрим, что у нас получается. Где-то 30 или 20. Ага, 22. Два еще боя и все, ребята. И мы с вами в Лиге Мастеров 3 звезды будем. Если, смотри, вот если они мне дают 17.24, почему они опять скидывают все время на 17.23? Если бы я проиграл, да, я бы еще мог понять. Типа, ну, по логике, если он проигрывает, значит слабенький. Давай-ка мы ему понизим ранг. Но если у меня все идет тип-топ, нафига вы так делаете? Почему я все время должен ролить и искать сам эту самую высшую точку, а? Вот это вот меня раздражает. Так, погнали. Угу, нашинковали и добили. Все, ребята. Сейчас, получается, это была 22-я, ну где-то 9-я или 8-я позиция будет. То есть еще один бой. Хотя персонажи у нас еще есть. И мы будем с тобой драться до последнего. До последнего нашего отката. Ну-ка, какая там? 9-я, окей. Еще один бой. Так, берем Армагошу, берем Супер Шреддера. И раз, два, три. Слушай, ну персонажа-то еще хватает. Может быть, даже где-то до 50-го места именно в Лиге Мастеров 3 звезды. Даже может быть такое получится. Единственное, что 7 откатов. А это буквально на 2 поединка всего лишь. 7 откатов, ну почему на 2? На 3. На 3 поединка, ребят. Ладно, поживем, увидим, что у нас тут пойдет. Эти кролики, да? Маузер, они еще и акробаты. Ты видел, как они там крутятся, вертятся? Итак, да, ребят. А местечко у нас 90-е. Ничего себе. Почти на 20 ступенек сиганули. Шикарно. Так, возвращаем наших ребятулек. Раз, два, три. Норм. Так, погнали. Погнали. Это, ребята, я решил поиграть в черепашки, пока у меня 15-минутная пауза в юрском мире. Кстати, водоплавающая легенда мне там выпала. Ну, ты все это увидишь потом сам. В серии сегодня она обязательно выйдет. Наверное, ближе к вечеру. Может быть, даже ближе к ночи. Потому что сейчас, в данный момент, 4 часа дня. Так, ну что... 17.24, отлично. То есть максималка, мы на ней держимся. Ребята, последний поединок у нас именно из-за откатов получается, к сожалению. Наверное, нам придется все-таки еще с тобой докупить десяточку, чтобы отыграть всех. Ну, чтобы как можно дальше пройти. Ну-ка ся. И добивка. А девчью силу, ребят, ну, я так понимаю, мы пройдем с тобой на автобое. Я просто включу, и мои ребятульки там будут разбираться с ними. Никаких проблем абсолютно не будет. Единственное, что если, конечно, дадут мою супертоповую команду, тогда да.
Но, в принципе, всегда давали там топовую. Так, ну что, докупаем с тобой? Вот так вот мы сделаем. Оу, слушай, жетоны, жетоны нужны. Ребят, жетоны обязательно нужно сегодня отбить. Так, мы возьмем вот эту вот команду. Возвращаем наших ребятушек. Ну ты посмотри, сколько здесь еще героев. То есть, даже такое, знаешь, складывается впечатление, что мы, наверное, сегодня можем забрать топовое место. Хотелось бы на самом-то деле. То есть, тогда можно вообще полностью расслабиться, да? Ну, ты уже в топовом месте, все. Единственное, тебе остается к событию проходить. Сюда заглядывать периодически, там, раз в 2-3 дня, чтобы обратно вернуться на свое прежнее место. Ладно, посмотрим. Что загадывать? Слушай, что-то мне кажется, мы действительно сейчас возьмем с тобой топовое место. Просто мы так уверенно идем к нашей цели, что я даже почему-то уже не сомневаюсь, что так оно и произойдет. По 10 от... А, мы, скорее всего, из-за персонажей, то, что у нас не хватит. Да, может быть, где-то на 20 месте встанем колом и все. Но я тебе говорю, ничего страшного. У меня сегодня не было цели взять топовое место. Сегодня вот хотел я дойти до Лиги Мастеров 3 звезды. В принципе, мы это уже с тобой сделали. Так, хорошо. Двигаемся дальше. Я, кстати, тоже полностью согласен, что Змея Карай как персонаж слабая. Ну вот не знаю, кто из них сильнее. Змея Карай или просто Карай? Вот как ты думаешь, кто из них слабее? У Карайки, что хорошо, ребята, что у нее все-таки есть массовая атака. Я имею в виду у Карайки Змеи. У нее есть массовая атака, плюс у нее есть двойной. Опять же, все зависит по рандому. Двойной удар хвостом. Она может его сделать, а может и не сделать. Как бы так. Раз, два, три. А у Карайки, у обычной, что у нее бросок кунаев. Копье, которое, в принципе, я считаю, вообще ерунда полная. Шанс повесить по степенке очень маленький. Ну, есть поцелуй смертельный. Тоже не особо хороший удар. Ну и удар мечом. Но у нее даже не меч, я бы сказал, у нее какой-то там клинок, скорее всего. Не очень. У Змеи Карай побольше, мне кажется, как-то. А выбора, да? Именно по атакам. Так, подожди, а что так мало-то? 18... Что-то здесь не то было, ребят, сейчас в данный момент. Как-то меня так перебросили, значит, такое ощущение, что как будто нехотя. Очень мало ступенек мы пролетели, да. Ребят, персонажи у меня кончаются буквально еще на один поединок. Хотя, смотри, 18-я позиция, да, если взять даже по 9 ступенек, то мы вполне можем после этих двух поединков с тобой выбиться на первое место. Но это нужно 9 ступенек перепрыгивать. Сейчас посмотрим. Если мы сейчас в данный момент окажемся на 9-й позиции, то все шансы у нас есть. Абсолютно все. Давай посмотрим. Так, покажите мне, пожалуйста, статистику. Ну-ка. Вот, 18-е было. Чего? Чего? Я думал, что нам еще нужно будет, ребята, делать бой, но ты сам прекрасно видишь, что здесь получилось. Все, ребята, в топчике. Прикинь, даже не отыграл своих всех персонажей. А я тебе говорю, что вот перед этим бой, который мы прошли, там как-то там рулетка крутанула буквально там две ступеньки. Видимо, глюк какой-то поймала. И сейчас вот именно, когда ролилось, да, вот это вот повышение ранга шло, он так и стартанул. Но 18, извини меня, ступенек перепрыгнуть, это на Лиге-то Мастеров 3 звезды. Это только во время какого-нибудь глюка может быть. Ну что, друзья мои, а мы с вами идем на девичью силу. Смотрим, какую команду нам дадут. Ну ты все прекрасно сам видишь. Дают топовую команду, ребята. И мы с вами, естественно, на автобое. Вот так вот на расслабоне будем проходить. Все, никак не могу, ребят, добраться до второго канала. Снимать игры, кстати, там есть игрульчики две. Битва монстров. Да? И Тини Гордин.
тоже вот хочу, ребята, их поиграть. Но не знаю, они слишком миловидные для того, чтобы выкладывать их на второй канал. Потому что там у нас, ну, сам понимаешь, такие нормальные игрушки. Хотя, когда мы с тобой играли за Точилом, игруха, она тоже, извини меня, не сказать, что такая серьезная, с мультяшной графикой. Но она все-таки на ПК, ребята, а там у нас именно игры на ПК. Погнали. Но почему-то вот этот канал у меня отнимает больше всего времени, ребят. Здесь больше всего игр, которые мы играем, и, соответственно, больше времени уделяется именно здесь. Сейчас, тем более, мы с тобой начали играть в Юрский мир, так это вообще, ребята, там можно заходить через, скажем, полчаса, как только откатится твоя еда, динозавры, можно проходить всякие события и испытания. То есть, и есть чем заняться, контента там дофига. Это плюс еще, прикинь, у нас появятся скоро водные динозавры, водяные, да? И доисторические животные, то есть там вот эти вот кенгуру, кто там еще там будет, всякие волки и прочие саблезубые тигры. И для них тоже есть отдельные арены, где тоже можно драться. Да. Плюс, извини меня, легендарные виповские вот эти бои. Так, ну что, ребят, мы с вами идем довольно хорошо. Ну, а тут как по-другому, извини меня. Тут 20-е, 30-е, 40-е уровни против соточки. И, естественно, никто тут не устоит. Вообще никто. И так это будет до самого, ребят, последнего боя. То есть мы с тобой получим шинигами, мы с тобой получим кунаичи. Но, если честно, вот по поводу фарма, я, наверное, все-таки, ребята, воздержусь. Я склонен именно фармить нашего Рокстеди, нашего Бибопчика и, соответственно, Шреддер с Крэнгом. Хотя Крэнг, по-моему, там не фармится, но Шреддер, Бибоп и Рокстеди обязательно нам нужны. Пора уже их выводить, они в серебряной, ребята, лиги, до сих пор в серебряной, ты понимаешь? Это, как по мне, ну это недопустимо, ребята, уже 3 года играем, и они все в этом болоте сидят. Несправедливо, я считаю, по отношению к ним это несправедливо. Нужно, хотя пускай даже уже будет там 4 звезды у них золотые, но все-таки золотые, а не в серебре. Но для этого тоже нужно очень много, ребята. Даже не то, что нужно много вот этих вот телепортов, да. Здесь, скорее всего, здесь нужно больше сыра. Из-за сыра, ребята, он кончается очень быстро, и как только он закончился, все, ты ничего сделать больше не можешь. Сыр покупать за доллары, я считаю, что это накладно. Ну, потому что, во-первых, ребят, он очень дорого стоит. Во-вторых, доллары есть на более нужные вещи, куда тратить. О, Ирмочка. Ирма, дорогулька. Ну, ладно, ладно, ладно. Жалко, здесь нельзя вот это вот пропустить. Надо обязательно посмотреть. Он еще за эти рычаги там дергает. Даже если, ребята, вот посмотреть, да, корпус. Корпус вот этого вот робота, в котором сидит этот маленький типа Крэнга чувачок, он не поместится в тело Ирмы. Ну никак не поместится. Надо, я не знаю, там какие технологии иметь, чтобы все это сделать. То есть, ну это уже, естественно, из ряда фантастики по любаську. Хотя о чем мы говорим? Как будто у нас может существовать Армагон или тот же самый Супер Шреддер. Ну ладно, предположим, Супер Шреддер может, да? Как в этот Токсик, помнишь, в свое время? Фильм, игра, чувачка облили токсическими отходами, и он стал, блин, супергероем. Токсическим. Кстати, Токсик мне напоминает, знаешь, кого? Именно Макмана. Да, что-то есть какое-то сходство. А здесь, из-за меня, в тело Ирмы воткнули целую трансформерную машину, плюс в нем еще и пилот этот сидит. Удивительно. Так, ладно, сейчас мы здесь все забомбим. Так, корочка, дуй отсюда. Шинигами. Бронированный таракан и все. Так, а вот сейчас у нас уже будет, ребята, кто? Шинигами будет разыгрываться. Да-да, именно шинигами. Надо не забыть в магазин нам зайти после вот этого всего прохождения. Так, 2 последних поединка. Шинигами и кунаичи. Все. Я еще раз говорю, а если останется сыр, мы с тобой пойдем фармить не именно шинигами с кунаичи, а все-таки Рокстеди и Бибопа. И тут, кстати, 5 волн.
Слушай, да я, наверное, сам сыграю. Тут надо ребята массовыми атаками бомбить. Мы так будем сейчас до посинения дрынкать. Окей. Так, здесь, наверное... Блин, а здесь у нас нет массовой атаки. Да здесь можно и так, в принципе, разбомбить их, да? Каждому по удару. 60 уровень. Окей. Так, четвертая волна нас встречает. Ну, вот здесь можно было бы, например, применить массовую атаку, но у меня ее нету. Пока. Вот сейчас Усаги наклепает. По ушам им всем. Слушай, ты заметил, что у Усаги красные глаза? А красные глаза, у меня почему-то ассоциация, знаешь, с кем? С крысами. У крыс красные глаза. Так, опять Ирма, да? Вот ты посмотри внимательно, вот смотри внимательно. Жалко, не показывает, как он трансформируется полностью. Начинает просто, как понимается, голова, да? Так, ладно. Ой, зачем я это сделал? Ну, господи, зачем нам эта провокация здесь? Она вообще не в тему. Тыч, второй удар. Готов. Это, ребята, я считаю, самое-самое легкое из всех событий, которые вообще есть в игре. Вот именно это. Потому что здесь максимальный уровень 70-й. Так, Шинигами мы с тобой получаем. И бежим с тобой за Куныча. Видишь, максималка 70-й, ну 75-й это уже сам босс. А на остальных всех событиях и испытаниях вплоть до 85-го уровня доходит. Уровень персонажа, я имею в виду, который против тебя играет. Поэтому здесь можно проходить. Не то, что можно, а нужно проходить в первую очередь, ребята, кто хочет получить, ну, нормальные карты, нормальных персонажей. То есть, как бы, я считаю, что Куныча, она достойна быть в колоде, в нашей. У нее неплохие удары, особенно ее ульта электрическая, вот это статическое электричество, да, можно так его назвать. Ну, а Шинигами, это, значит, это на любителя. Я тоже считаю, что она, ребята, очень мягкотелая. Очень. Это я еще так преуменьшаю. То есть у нее один только, наверное, сильный удар. Это когда она выпускает летучих мышей. И все. Плетка, вот это вот все, вот, что у нее там есть, это ерунда. И, естественно, по защите она вообще никто. Так, что это у тебя там вылезло? Я только сейчас, ребята, заметил, что у него здесь маленькая циркулярочка между, типа, пальцев. Вот оно что. Прикинь, только сейчас увидел это. На тебе. Тих, господи, судара. Судара снес. Ну что, друзья мои, вот и все. Вот тебе это все событие пройдено. Я тебе говорил, что с закрытыми глазами можно играть. И мои ребята справились бы на изи. Так, я прилку на ищи. Так, сколько у нас сыра? Ну смотри, 33 сыра еще осталось. Вот здесь, если фармить, ребята, можно получить 2 ДНК на Куныча и 2 ДНК на Шинигами. Но тут еще и Лишаковского много. Хотя здесь тоже немало Лишака. Но, тем не менее. Так, подожди. Блин. Здесь или все-таки вот здесь? Здесь 10 сыра тратим, друзья мои. А здесь всего лишь 4. Я попробую здесь. Осколки. Да ёпрасоты, ну... Да хорош там комиксами всякими меня кормить. Маяки. Рокстеди выпал. Так, дайте бибопчик. Есть! Вот, ребята. Вот что я называю отличный фарм. Здесь шансы, конечно... Ну, а здесь уже не хватит. Давай одну попыточку сделаем. Ой, подожди, подожди, не то. Хоп. 25 жетонов. Все, не хватает больше. Так, ну что, у нас, ребята, задание есть на жетоны. Давай-ка мы с тобой быстренько их пробежим. И, кстати, как только мы это пробежим с тобой, сможем приобрести ДНК. Да? Что за жетоны? Что за монеты? Причем здесь змейковьюн? Все, мы его дубанули. А причем здесь, ты заметил, что когда Ванька ржет, у него такие вот восклицательные знаки, типа, над головой? Или это показывает, типа, насмешку его?
Потому что когда делаешь провокацию, именно вот такой вот значок появляется над головой. Ну да, скорее всего, такая ехидная надсмешка получается. Вот можно посмотреть даже в конце. У него тут над головой будет такая вот. Тихо ты, змейковьюн. На тебе, получи 40 уровень. Тюч, не упал. Теперь упал. О, видишь? Было. Так, ладно. Это был второй поединок. Всего их тут 4. 60 жетонов. Ну, неплохо, да? 60. Дальше у нас идет 80. И в самом конце соточка. То есть неплохо мы с тобой тут заработаем жетончиков. Так, понизил, да, мне? Типа броню. Давай, наверное, тройной укус. Я думаю, ему будет достаточно этого. Раз, два, три. Ага, нет, недостаточно. А если из базуки? Отлично. Это мы Ваньке сейчас с тобой прокачиваем пассивку, да? А уже после пассивки мы ему будем прокачивать его базуку. А базука, как мы знаем, она наносит массовый урон. Ну и последний поединок. А здесь немножко будет сложновато, конечно. Он, может быть, даже кого-нибудь подобьет. Так, понизил все-таки, да? Атаку, блин. Давай тройным укусиком его для начала. Постепенку, конечно, хотелось бы повесить. О, начинается, нашел жертву. Давай гранату у него. Ага. Да, сейчас зэк, по-моему, отдуплится, мне кажется. Еще и промахнулись. Ну, в принципе, Армагон может валуном его ушатать. Да. Тогда, как ты видишь, все выжили, все прекрасно, все отлично. И мы с тобой забираем 100 жетонов. И, соответственно, бежим сразу в магазин за ДНК. Так, отлично. Магазин. Так, предметы нам не нужно, вот. Так, давай посмотрим. Рафаэля же мы с тобой, да? Да, Рафаэля, по-моему, захотели прокачать. Так что пускай качается. И по жетонам у нас, ребята, Роквелл, да? По-моему, мы с вами. Или кто? По-моему, Роквелла я хотел прокачивать. Слышь, а тоже бы не помешало. Ладно, Роквелла будем. Все, ребята, 62 ДНК, да? Это получается еще 18 нужно для него. 18, это очень много. Это очень много. Так, а здесь-то я что не забрал, зашибись. Или это уже обновилось? Наверное, обновилось. Ну что, дорогие друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя. Юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашу команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя.